Доброго утра! С вами канал Алкалюш. Самое что ни на есть доброе утро, потому что сегодня мы на рыбалке. И только что мы поймали прекрасную копченую селёдку. Селёдка растёрнута, это нормально. Красная труселя. Сегодня мы открываем односолодовые виски 2007 года выпуска. Этот купажированный односолодовый виски принесет нам сегодня столько счастья и, возможно, позволит нам пораньше вернуться с рыбалки. Нет! Because captain said that we, if we will drunk enough, he will return us to the ground. И, конечно, уже достаточно на стакане. Но тем не менее, видите, да? Мы открываем очень качественная пробочка. Это не бумага, как бывает в многосолодовом виске. Многосолодовый виски говно по сравнению с односолодовым. Мы открываем, смотрите, она прям волшебно. Мы открыли. Мы открыли. Сейчас на это мы будем ловить рыбу, потому что на односолодовый виски клюет даже рыба. Ну что, что можно сказать? Мы открыли. Подожди, я аж тяну. Давай. Терпкий запах. Слушай, как только открыли, сразу клюнул. Терпкий запах виски, хороший. Да, не видно, что не паленка. Ну да, лотками пахнет. Немножечко запах носков, но это в смысле в хорошем смысле слова. Ладно, давайте пробовать. Айслей Сигнле Меле скотч виски. Скотч виски. Это виски, который потом делает тебя скотчем. Что такое состояние скотча, когда ты липнешь, доебываешь других людей? Ну, это скотч. Вердикт давай свой. Это у меня жужжит или у вас жужжит? Прекрасный вкус. Какой жужжит? Сейчас попробуем дать это Владимиру. Подожди, я главный. На, давай. Это мое вообще. Это даже не Маклава, а Фройк. Мой. Не слушайте этого задрота. Да, носками пахнет, но вкусно.